Россия угрожает западным странам так называемым ударом возмездия за атаки по Крыму. Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат удар возмездия. Вот именно так заявила спикер МИД РФ Захарова. Она комментирует участившиеся намеки на скорую атаку на Крымский мост, потому что действительно многие дипломаты начали делать такие посты у себя в соцсетях. Давид, есть ли у россиян действительно повод для переживания? Возможно, вот эти разговоры о Крыме, они скорее для отвода глаз? Или последние атаки в Крыму по системам ПВО, они показывают, что все-таки что-то готовится? У них есть повод для переживания. Сегодня украинцы получили достаточно широкий спектр инструментов. Это кроме того, что уже было. Уже были ракеты Storm Shadow и Scalp воздушного базирования, собственно, украинские средства, беспилотники. Сегодня ракеты Атакамс, не привязанные к наземным носителям. Причем, как мы видим, из кассетной, из гуманитарной боеголовкой дальностью 300 километров покрывают практически всю территорию Крыма. На территории Крыма есть важные объекты. И это Крымский мост, это своего рода такая вишенка на торте. Но и кроме Крымского моста хватает и военных объектов, я бы так сказал, имеющих отношение к экономике и военно-экономических объектов. Они видят, что происходит, они слышат, что происходит. Ну а дипломаты, задача дипломата, в том числе пресс-атташе МИДа, создавать в том числе медийную волну. И это то, что мы видим. Они осознают угрозу, осознают, что эта угроза реальная, и пытаются прибегнуть к той стратегии, вернее, они от нее, в общем-то, и не отказывались, которая работала на протяжении 2 с небольшим лет большой войны. Я имею в виду запугивание Запада с целью заставить Запад быть осторожным. Причем заставить Запад быть осторожным — это касается ряда аспектов. Это касается и каких-то поставок конкретных систем вооружения Украине. Это и касается запретов Украине бить по каким-то целям. И Россия считает, и небезосновательно, что эта стратегия работала с начала войны. Скажем так, она работала не полностью. Тот факт, что... Кстати, ракеты «Атакамс» — яркий того пример. Тот факт, что ракеты в Украине очутились, показывает, что она работала не полностью. А тот факт, что они очутились 2 с небольшим года спустя, я сейчас имею в виду дальнюю версию, а не полгода спустя, например, показывает как раз эффективную часть этой тактики. И неудивительно, когда Россия опасается тех или иных негативных результатов, в свое время, когда наступление украинское было на пороге и боялись, что что-то произойдет, усиленно угрожали применением тактического ядерного оружия. Сегодня считают, что под угрозой Крымский мост и объекты Крыма, значит, снова об этом заговорили. Тактика обычная и призвана надавить на страны Запада в первую очередь и в какой-то мере на Украину тоже, потому что угрожают возмездием и последствиями. Подразумевается, что Украине намекают, мол, если вы сделаете те или иные шаги, мы можем предпринять шаги, которых до сих пор не предпринимали, ну или предпринимали достаточно редко. Ну а с другой стороны, мы видим, что сейчас Россия строит железную дорогу. И вот вчера было сообщение, что даже запустили первый поезд по новой железной дороге от Мариупольского порта до Волновахи. Это как раз та дорога, которую они строят как альтернативу тому же Керченскому мосту. То есть уничтожение моста, по сути, не особо повлияет даже на логистику, если они строят в объезд эту железную дорогу. С мостом, что происходит сейчас с мостом, тут нужно знать на данный момент доскональную разведывательную информацию. Я имею в виду о его роли в военном снабжении сейчас. Из того, что мы отрывочно можем знать, опираясь на военные, на открытые источники, грузовой поток по мосту в плане грузовых автомобилей вроде бы отсутствует, если я не ошибаюсь. Из соображений безопасности они переправляют грузовые автомобили паромами. То есть, кстати, эффект атак на мост был достигнут. То есть усложнили переправу через Керченский пролив вот таким вот образом, причем и переправу с точки зрения гражданских НУС тоже. То есть далее мы говорим так, что есть обычный поток частного автотранспорта, это, в общем-то, на войну почти никак не влияет. Это влияет на
комфорт жителей Крыма на комфорт российских военных, может быть, которые перемещаются быстрее по мосту, но я не имею в виду грузы, и дальше все упирается в железнодорожный мост. Если по нему идет немалое количество военных грузов, да, он имеет сейчас значение, получается. Более того, по нему могут запустить военные грузы, даже если сейчас их немного. Но вот как именно обстоит дело, я не очень знаю. Если да, то он важная артерия. Если нет, то уничтожение или вывод из строя Крымского моста — это будет важный символический шаг, очень медийный, повлияет на экономику, нанесет экономический ущерб, прямой ущерб от его необходимости его ремонта, если оно будет вообще возможно. Но с военной точки зрения будет второстепенный. Здесь нужно знать, что происходит в данный момент. И главное, это да, сухопутный коридор в Крым, который по югу Украины идет. Вот это, в общем-то, артерия снабжения, важнейшая артерия снабжения всей группировки войск, которая от Днепра и до, собственно, до востока Украины ведет боевые действия. Здесь-то, собственно, один из планов украинского наступления, самая амбициозная его часть, выйти к Азовскому морю и перерезать вот этот коридор, имела бы поэтому в свое время стратегическое значение, если бы оказалось успешной. Но пока это не представляется возможным, остается только полагаться на какое-то огневое воздействие на этот коридор. Но, насколько мы понимаем, это огневое воздействие может носить ограниченный эффект. И, в общем-то, поэтому рассматривать Крымский мост в отрыве от этого, вот, в отрыве от этого сухопутного коридора не стоит, потому что тут работают обе артерии. А почему ограниченный ответ? Я вот думаю, что действительно, возможно, железная дорога как сверхважная такая логистическая опция, она должна стать сейчас целью номер один для нас. Она должна стать в тот момент, когда она заработает. И если по ней будет большой поток груза программироваться, то, конечно, она должна стать целью, одной из главных целей. Но вопрос не так просто воздействовать на дорогу. То есть, чтобы ее нейтрализовать, мало просто попасть по рельсам и по железнодорожным путям. Эти поломки быстро, очень быстро устраняются. Попасть в поезд на ходу, если у тебя нету соответствующих средств, тоже крайне нелегко. И поэтому здесь должны быть найдены какие-то уязвимые точки, которые способны вывести, поражение которых способны вывести дорогу надолго и всерьез, либо необходимо появление каких-то средств дальнего радиуса действия, которые способны в буквальном смысле постоянно воздействовать на дорогу и парализовать движение по ней. Но классика жанра в таких случаях была, если мы не говорим о диверсионных операциях, это наличие военно-воздушных сил, которые способны атаковать поезда и атаковать железную дорогу. Но таких возможностей у Украины сейчас нет. Необходимо дистанционный обстрел, либо диверсионные действия. Я думаю, то и другое будет предприниматься по мере возможности. Но когда речь не идет о дороге, находящейся в считанных, буквально в считанных километрах, то возможности становятся ограниченными. С другой стороны, у государства есть немало, скажем так, у государства воюющего, и которое занимается активно, в том числе разработкой и диверсионной деятельности, вот этой самой длинной руки в тылу противника. У государства немало инструментов есть, которые могут быть использованы в таких ситуациях. Думаю, что мы еще услышим о действиях на этой железной дороге и ударах по ключевым ее точкам. Но парализовать такое передвижение — это очень и очень непросто. По поводу угроз России и того, как они влияют на наших партнеров, тут рот Путина Песков заявил, что Кремль рассматривает заявление главы МИД Британии Кэмерона о праве Киева использовать британское вооружение для ударов по РФ как прямую эскалацию. И действительно, глава МИД Британии сделал такое заявление, но не только он. Также и глава МИД Латвии, она заявила, что некоторые страны Запада разрешили Украине бить переданным ей оружием по территории России. Вот как бы вы оценили этот прогресс в заявлениях и, возможно, даже в действиях наших партнеров? И если говорить об оружии, то понимаете ли вы, каким оружием нам разрешают бить по России? Это беспилотники или что-то мощнее? Вот это вопрос на триллион долларов, без преувеличения. И тут бы желательно было, но я думаю, что украинское руководство и командование украинское хорошо знают, чем и куда разрешают бить.
И вот было бы это разрешение, я бы так сказал, обширное разрешение использовать по российской территории оружие западного производства, я не имею в виду автоматические винтовки и пулеметы, а я имею в виду что-то дальнее или самое дальнее, что есть у Украины. Вот это было бы очень серьезным шагом, я бы сказал, даже равноценным, знаете, поставкам каких-то новых интересных систем. Потому что, если только предположить, вот здесь мы приходим к кому и кто делает заявление. Латвия, безусловно, ее заявление тоже ценно, и Латвия одна из тех стран, которые оказывают в соответствии со своими возможностями чуть ли не самую значительную поддержку Украине. Проблема в том, что Латвия страна маленькая. Это, во-первых, это ограничивает ее поддержку по объективным причинам. И главное, что у Латвии это как раз собственных систем вооружения дальнего радиуса, которые вот как разрешение бить по России, которыми могло бы дать серьезный сдвиг, в Латвии как раз нет. Поэтому ее заявления латвийского руководства здесь важны в качестве такого символического шага, который медленно, но все-таки делают страны Запада. А вот Кэмерон и Великобритания — это совершенно другое. И здесь, если бы знать, что они в самом деле, подчеркиваю, в самом деле разрешили без оговорок, можно было бы прийти к интересным выводам. Я, скажем так, зайду в самую даль, что называется. Если англичане, британцы разрешат или уже разрешили украинцам бить по российской территории ракетами Storm Shadow, воздушного базирования, дальность которых не совсем понятно какова, она была урезана с поставками Украине, не была урезана, но даже если урезана до 300 километров, и мы имеем вот такое решение, то Украина получает очень серьезнейшие возможности поражать самого рода различные военные, военно-экономические объекты в глубине России, поражать их эффективно, и такие объекты, которые не могут быть хорошо защищены по определению, ну или, скажем так, на данный момент. Это была бы колоссальная новая возможность для украинцев использовать вот такие ракеты, собственно, по российской территории. Если бы такое разрешение дали американцы по поводу «Атакамс», или даже не по поводу «Атакамс», а просто для систем «Хаймерс» в их стандартном исполнении, GMLRS на 85 километров по российской территории, либо даже высокоточными снарядами или просто артиллерийскими снарядами для пушек американского производства, Украина бы получила очень много интересных возможностей. Но тут остается дождаться либо озвучки кем-то разрешений на публичном уровне, как можно ожидать, либо результатов, что называется. Если мы увидим, что где-то куда-то в России прилетела ракета Storm Shadow или даже что-то поближе, но что-то интересное британского производства, можно будет сделать вывод, что вряд ли Украина нарушила договоренность с британцами, значит, разрешение имеется. Ну а для россиян вот такого рода разрешение, причем особенно под самым дальнобойным средством, будь то беспилотники или ракеты Storm Shadow, я не скажу, что это смерти подобно, это неверно будет, но это тяжелейшее, это огромная проблема для них. И это яркий пример того, почему Песков и Захарова и кто угодно делают соответствующие заявления, чтобы Запад этого разрешения ни в коем случае не дал. Знаете, что еще интересно? Что вот параллельно с этими заявлениями глав МИД появляется еще одно от Макрона, который говорит, что он готов ввести войска в Украину, если Киев попросит. Можно ли предположить, что эти громкие заявления европейских лидеров, они делаются специально перед мирным саммитом в Швейцарии? Возможно, это скорее четкое предупреждение для Китая, вот, чтобы он прекратил свое сотрудничество с Россией и, возможно, даже повлиял как-то на Путина. Для Китая, я думаю, такого рода заявления, если мы берем Кэмерона и Макрона, в данном случае я не вижу, что это предупреждение Китаю. С Китаем разговаривают иными способами. Китай пытается, что называется, кнутом и пряником уговорить, в буквальном смысле, кнутом и пряником. С одной стороны, тот же Макрон как раз Китаю сулил какие-то инвестиции, если я не ошибаюсь, где-то во Франции во что-то. Он собирается или уже близкие относительно отношения завязать с председателем Си во время визита во Францию. Госсекретарь Блинкен, побывав в Китае, угрожал китайцам определенными санкциями. В общем, с Китаем разговаривают иначе. Китаю ничем, по большому счету, ни холодно, ни жарко от того, что
могут разрешить британцы пускать какую-то ракету по российской территории. Это уже скорее в отношении России давление. И вот эти заявления Макрона и разговоры о том, что разрешение бить по российским объектам на российской территории могут быть даны, на мой взгляд, они адресованы России в первую очередь. Mm-hmm. Можно это связать с саммитом в Швейцарии, но мы вспомним, что Макрон перешел на такой резкий вокальный уровень заявления уже достаточно давно. То есть он и его окружение пришли к выводу, что более благоприятно, более правильно вот такая стратегия. Я, по крайней мере, я это называю жесткого словесного противодействия России. Но если серьезно, оно ведь не совсем только словесное, потому что ставит саму возможность отправки каких-то военных в Украину, делает эту возможность реальной. Когда о ней раз за разом говорит президент достаточно важной и серьезной страны, то это уже не просто воспринимается как пустые слова. Макрон считает, что это должно быть каким-то сдерживающим фактором в отношении России, каким-то предупреждением, что если Россия зайдет далеко, Запад отреагирует. И заодно Макрон, ставя на повестку дня вот такого рода тему, он пытается подтолкнуть другие страны, союзников других, к более решительным действиям, по крайней мере, более решительным заявлениям, mm-hmm. что, как принято считать, тоже может сыграть какую-то роль в давлении на Россию. На Китай, как я уже говорю, давят несколько иначе. И тут еще один важный момент. Заявления имеют значение, заставляют россиян нервничать в какой-то мере, но в итоге заявления должны подкрепляться как делами на каком-то этапе, потому что если они долго не подкрепляются делами, то к заявляющим перестают относиться серьезно, и это даже может повредить делу. Давид, а по вашим ощущениям, Запад активизировался? Вот мы, может ли это привести к тому, что скорее скоро мы там сможем перехватить инициативу? Где-то кто-то активизировался. Это вот тот же Макрон активизировался, но в итоге все определяется делами конкретно и практическим сравнением. Например, чем помогли в 2023 году и чем помогают сейчас. Слова — это тоже хорошо. Но Европа и Соединенные Штаты по-прежнему можно констатировать, хотя у каждой страны несколько иной подход, и где-то у отдельных стран, в первую очередь самой Восточной Европы, у них, тоже мы упоминали Латвию, Эстонию, у них изначально был подход практически максимальной помощи Украине, насколько это возможно. Другие страны по-прежнему не исходят из того, что это их собственная война. Это важно констатировать. А когда они не исходят из этих соображений, то и масштабы помощи не таковы, каковыми должны были быть, причем и из их собственных интересов. Кстати, многие политики и в этих странах, в общем-то, понимают угрозу и понимают, что нужно было бы делать правильнее. Но в демократических государствах иногда не так просто принять решение, даже когда есть определенные желания по объективным обстоятельствам. Тем не менее, сдвиги налицо. Но сам принятие пакета помощи в Соединенных Штатах после столь долгого его зависания — это ярчайший пример. На мой взгляд, Украина получила и уже получила благодаря этому и благодаря тому, что помощь из Европы продолжалась, запас прочности стратегически на ближайшее время. А дальше все зависит от тех самых политических решений. Если они продолжатся и будут в правильном русле, то тогда этот запас прочности и, соответственно, шансы на определенный перехват инициативы возрастут. И ради этого, кроме всего прочего, кроме, собственно, политических решений, нужны еще и практические решения, чтобы не было в том духе, как когда страны ЕС пообещали миллион снарядов, то есть вроде бы политическое решение было, но в итоге к сроку передали значительно меньше, потому что оказывалось, слова с делом не... Слова делу не соответствовали, в том числе потому, что производство собственное и близко не догоняло слова. И вот здесь, им очень, вот тут второй момент важнейший. Вот этот 24-й год, идущий уже, он очень важен и для Соединенных Штатов, и для европейских стран во всем, что касается налаживания военного производства. Есть положительные признаки, и в первую очередь снарядов, но и не только их. Есть положительные признаки, что кое-что удается. Ближе к концу года будет понятнее, если выйдут на необходимый уровень производства в конце 24-го, начале 25-го, середине 25-го года, у них появится и серьезный практический инструмент, когда Украине можно будет помогать масштабно и постоянно,
и не говорить все время о дефицитах и о том, что эти мощности никак не наберут обороты. Но это зависит от них и в первую очередь от организации и понимания важности вопроса. Замглавы ГУР Скибицкий говорит о том, что он не видит возможности для Украины выиграть войну в одиночку на поле боя. Такие войны могут закончиться только переговорами. Сейчас обе стороны пытаются занять выгоднейшую позицию перед потенциальными переговорами. И они, по мнению Скибицкого, могут начаться не раньше второй половины 2025 года. Вот что вы думаете о подобных заявлениях? Ведь и правда, чтобы, наверное, наша формула мира Зеленского, да, чтобы она имела вес, и чтобы мы могли диктовать условия России, нам нужны успехи на поле боя. Нужны успехи на поле боя всегда. И без связи с этим я не очень люблю расшифровывать, что думаю, что хотел сказать тот или иной политический деятель или генерал. Но здесь можно объяснить ситуацию следующим образом. Очень многое упирается в то, что произойдет в ноябре в Соединенных Штатах. Я имею в виду выборы президента США, а кто, кроме всего прочего, и парламент, и Конгресс, и Сенат тоже произойдут персональные изменения. И вот после этого, а мы говорим, что ноябрь — это выборы, а смена власти в Соединенных Штатах, если меняется администрация, это начало 2025 года. Вот это ключевые события политические, которые, причем за которыми следят буквально все, для которых понимают, что от них может зависеть очень много. И в Москве это понимают, и в Киеве, и в европейских странах. Если администрация Байдена остается у власти, и далее смотреть надо, какой расклад в Конгрессе, Сенате, чтобы не зависал или не зависали проекты помощи, все стороны поймут примерно, куда ветер дует, потому что общая политика Байдена и его окружения ясна. И наоборот, если сменится администрация и будет Трамп, не все стороны захотят понять, а куда же ветер дует в новом случае. И тут важно понимать, что несмотря на заявления, тревожные для украинцев заявления Трампа, не все обязательно так плохо, потому что одно дело, когда вот такой вот экспрессивный политик во время предвыборной кампании делает те или иные заявления. Другое дело, когда он приходит уже к власти и нет необходимости ругать администрацию Байдена, и он все же прислушивается, в том числе и к своим советникам. Поэтому тоже не все так обязательно однозначно плохо. Время покажет. Но вот тогда-то, собственно, очень многое определится с точки зрения политики и с точки зрения сроков того, каковы запасы прочности, что, где и как происходит. До этого же надо полагать, Путину никакого резона нет идти на компромиссы и близко. Угу. Вообще для него большой компромисс — это равноценно поражению. А до этого, наоборот, его резон — пытаться добиться максимального результата. Максимальный результат — это и захватить какую-то территорию, тут уж как получится, и попытаться истощить Украину, украинское общество, украинскую армию и западных партнеров тоже по максимуму. То есть показать своей этакой неумолимостью и непреклонностью, показать, что либо вы идете на компромиссы на моих условиях, либо будет еще хуже. Вот такая вот стратегия до американских выборов. А вот там по результатам выборов жизнь покажет, что и как. И, собственно, отсюда следует вот эти вот 25-й год, возможность переговоров, когда стороны поймут, что к чему в 25-м году, и сделают выводы, и в соответствии с этими выводами решат, а идти ли на компромиссы, а не идти ли на компромиссы. И вообще очень многое будет ясно к тому времени, из точки не то, что очень многое, но на поле боя произойдет немало. То есть по всем обстоятельствам такой прогноз выглядит достаточно реалистичным, но очень важно помнить, что переговоры, они же важны не ради самих переговоров, а ради каких-то результатов. То есть в душе, либо не в душе, но стороны должны быть готовы прийти к какому-то общему знаменателю. Общий знаменатель в истории войн может быть и капитуляцией, и может быть каким-то компромиссом, когда обе стороны примерно одинаково идут на него и наоборот. Так что тут должно быть сближение позиций, а пока предстоит очень много важных событий и на поле боя, и в сфере политики, которые повлияют на ситуацию. Но я так думаю, что и Путин, наверное, тоже готовится к выборам в Америке, потому что тот же Скибицкий и командующий сухопутными войсками Павлюк говорят о подготовке России к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей, ну, что якобы у них есть план. Я говорю, что план — это не всегда возможности, но
Как вы видите ситуацию? Есть ли угроза для этих областей? В отличие от упомянутых генералов, я не располагаю разведывательной информацией. И когда я говорю о разведывательной информации, я понимаю не просто наличие планов или теоретических планов, а реальных предпосылок. То есть для того, чтобы серьезное наступление было осуществлено, серьезное я имею в виду не действия местного характера с целью небольшого захвата территории, либо перестрелки, либо рейд диверсионных групп и тому подобное. Я имею в виду наступление с далеко идущими целями, чтобы оно было осуществлено на абсолютно новом участке фронта. А украинско-российская граница — это хоть и линия фронта, но там, в общем, а по-настоящему активных боевых действий не ведется. То есть они ведутся, но они не очень активны. Значит, чтобы начать здесь наступать, должна быть создана ударная группировка, создание которой не может пройти незамеченным. Если цель очень амбициозная, как говорится, попытаться захватить или окружить Харьков, эта группировка должна быть сформирована в некой географической зоне, то бишь Белгородской области, примерно понятно где, и быть достаточно большой и, главное, штатно укомплектованной не только личным составом, но и техникой, естественно, командным составом, и представлять из себя что-то боеспособное. Значит, если кто-то, обладая разведывательными материалами и развединформацией, видит формирование этих группировок, естественно, он может делать такого рода выводы. Я, опираясь на открытые источники, не слышал о том, чтобы мощная группировка в Белгородской области, способная ставить вот такие далеко идущие цели, была уже в процессе создания. Может ли этот процесс начаться? Может. Возможно, мы просто оно происходит, но мы этого на открытых источниках мы об этом не знаем. Но группировка должна быть очень большой. В противном случае и вопрос, откуда ей взяться, потому что для ее оснащения нужна масса техники, а мы видим, что и боевые, что подразделения, части и соединения российской армии, ведущие боевые действия непосредственно на основных участках фронта, не оснащены по штатным количеством и оснащены старой техникой. Поэтому, когда говорят о создании новых группировок, вопрос не только откуда люди возьмутся. Без мобилизации набрать очень большую группировку, мягко говоря, сложно. Откуда возьмется техника, чтобы более-менее на две трети, я не знаю, штатно укомплектовать подразделение. В общем, вопросов много. И чтобы было большое наступление, с точки зрения логистики должны быть предприняты значительные меры по созданию этих самых группировок. И это должно быть замечено и разведками, и на каком-то этапе открытыми источниками. В любом случае, в теории Россия может попытаться нечто подобное, может попытаться вести какие-то отвлекающие действия и действия ограниченного характера в Сумской и Харьковской области. Я не имею в виду сейчас Купинск, где и так идут наступления, район Купинска. И, конечно же, Россия может попытаться, если у нее в самом деле есть более-менее лишние резервы, усилить натиск на традиционных участках фронта, где этот натиск и так уже имеет место, и даже имели место определенные успехи, причем потенциал этих успехов, важно понимать, он в том числе прорыва под Очеретино, он еще не исчерпан, но здесь уже это уже другая тема. Американский миллиардер Илон Маск говорит, что Россия не успокоится, пока не захватит 4 украинские области. И вопрос в том, возьмет ли Путин Одессу. Мы видим, как Одесса почти каждый день, да, страдает от ракетных атак, гибнут люди. Предполагаете ли вы, что этот город действительно сегодня стал одной из основных точек приложения усилий вражеской армии? Или какая цель таких атак? Это чтобы создать такие условия, чтобы люди не могли там жить? При всем уважении к бизнес-успехам Илона Маска, его понимание международной обстановки и военно-политической обстановки, и вообще его подход к этим вопросам, скажем так, вызывает, мягко говоря, вопросы, и далее я воздержусь от оценок. Вот. Но во всем, что касается Одессы, и успокоится ли Россия, здесь не на его мнение стоит полагаться, а на реальные обстоятельства и реальные возможности. Значит, попытки России на данный момент форсировать Днепр и начать наступление
для начала хотя бы даже на Херсонскую, Херсон и далее Николаев и Одессу, выглядят совершенно фантастическим сценарием на данный момент. Мне, чтобы такое стало реальным, должно произойти два волшебных момента. Либо украинская обороноспособность должна в буквальном смысле рухнуть по каким-то причинам, либо российская должна совершить какой-то поразительный, качественный и количественный скачок. Это чтобы начать действовать, что называется, на земле за Днепром. Поэтому это ни в какие ворота не лезет на данный момент. Что же касается воздействия на Одессу, ну, во-первых, удары по Одессе и не только по Одессе наносились и раньше. То, что их стало больше в последние дни, да, возможно, это какая-то закономерность. Тут, видимо, тут и просто то, что они, собственно, уже предпринимали в прошлом. Кстати, удар кассетным боеприпасом по сути, по Одесской набережной, очень показательно в данном случае, потому что когда применяются кассетные боеприпасы в городе, густонаселенном городе, это почти по определению является военным преступлением из-за их разлета, из-за их опасности мирным жителям. Вот это именно так определяется. Тем более, если никаких целей для кассетных боеприпасов, военных целей вообще поблизости не было. А военные цели для кассетных боеприпасов — это массовое скопление живой силы противника, либо какая-то техника уязвимая, особая техника, ну, скажем, средства ПВО уязвимые для кассет. То есть здесь налицо было, я не знаю, или по причинам, назовем это так, либо преступной халатности, либо преднамеренных преступных действий, в буквальном смысле преднамеренных, какая-то попытка передать месседж жителям Одессы. Я так понимаю, чтобы они, видимо, помнили, что война продолжается и с Россией нельзя шутить. Так, я не могу понять никаких причин. И месседж для правительства Украины в том числе, что Одесса будет подвергаться ударам и, соответственно, практический эффект. Кроме ударов по каким-то объектам в Одессе, которые могут иметь отношение к военному производству или к военным, еще и будет создаваться нетерпимые условия для жизни и функционирования города. Не исключаю, кстати говоря, что вот эти удары по Одессе, они пытаются ими продемонстрировать свое, назовем это так, недовольство украинскими ударами по военным объектам Крыма, последними ударами при помощи ракет атак, в том числе и кассетными боеприпасами, по военным объектам Крыма. Они, может быть, пытаются, хотя об этом пока вслух никто не говорил, как я это у нас на Ближнем Востоке, это принято называть уравнениями. Так вот, вывести вот такое уравнение. Вы бьете по объектам Крыма новыми ракетами, значит, вы будете получать больше в Одессе. Вот так вот, возможно, это вот такая вот правило, которое они пытаются сейчас продиктовать. В любом случае, практика, когда Россия наносит удары по украинским городам, причем интенсивные, причем откровенно по гражданским объектам, она не новая, и поэтому здесь сложно сказать, что вот в самом деле налицо какой-то особенный шаг, хотя именно в последние дни частота ударов по Одессе увеличилась. В США растет производство ракет атакам с большой дальности, пишет «Политика», и издание сообщает, что Пентагон теперь не беспокоится об истощении своих запасов, отправляя эти ракеты в Украину, ведь мощности производства покрывают потребности США. Ну и в армии США называют этот поток ракет на склады всплеском, ведь производственные линии, они выдают десятки ракет каждые несколько месяцев. Значит ли это, что поставки Украине «Атакамс», они теперь будут регулярными? Ну, во-первых, тут вот что интересно. Изначально, когда американцы отказывались поставить «Атакамс», в том числе одно из оправданий и объяснений было то, что, мол, их у нас и так немного, и вообще нужно к разного рода угрозам, в том числе китайской, готовиться. Это оправдание было справедливым лишь отчасти. Я бы сказал, на самый-самый мизер оно было справедливым. По большому счету американцы их не поставляли, и не только по большому счету, а по главному счету, именно из-за вот этой общей стратегии администрации Байдена, стратегии нежелания эскалировать отношения с Россией и нежелания рисковать каким-то эксцессом в отношении с Россией. Это была главная причина, а не вот эти вот отговорки. Поэтому, собственно, и ответ сегодня такой. Когда администрация Байдена решила вот этот собственный, выставленный собственными руками психологический барьер преодолеть,
то, в общем-то, препятствия упали. А дальше все в самом деле начинает опираться в количество. Там, где американцы наладили большее производство, а ракеты «Атакамс» производятся, поставляется большая свобода маневра. Однако важно понимать, что много по-настоящему этих ракет поставлено не будет. Их все-таки не так много у Соединенных Штатов. И еще один момент. Они дороги. Особенно ракеты нового производства, так, старые, более старые, они прошли там по одним ценам. Сегодняшние, если я не ошибаюсь, новые производятся чуть ли не по 2,5 миллиона долларов штука. Несложно догадаться, что такие ракеты, когда расчеты, вот, а помощь Украине оказывается, вся помощь оказывается в денежном эквиваленте. Так вот, денежный эквивалент не может быть съеден ракетами «Атакамс», большим количеством ракет «Атакамс». Это было бы неправильно, скорее всего. А в денежном эквиваленте они весят много. Поэтому на каком-то этапе нужно будет, пакет-то он ограничен, делать выбор, что лучше, X-ракет «Атакамс» или что-то другое, что является альтернативой. Но я думаю, что после перехода этого барьера, американцы его перешли, украинцы будут получать некоторое количество «Атакамс» на протяжении ближайших месяцев. Я не знаю, будут ли они пока получать их, скажем так, в количестве больше, чем пару сот, вот на этот растянутый период, но, скажем так, несколько сот было бы, на мой взгляд, приятным сюрпризом, но плюс-минус пару сотен, растянутые на месяцы, как мне выглядит вот так интуитивно, это оптимистичный прогноз и довольно реалистичный. Так что ракеты, видимо, будут, но они, важно понимать, они все-таки не являются пресловутым геймченджером. Если не разрешать ими бить по, собственно, российской территории, это важный инструмент, особенно для ударов по Крыму, но это лишь один из многих инструментов. Но они пока эффективно работают на временно оккупированных территориях. Более сотни российских оккупантов погибли в результате удара «Атакамс» по полигону в восточной части Луганской области. Эту информацию подтверждает и Институт изучения войны. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские силы нанесли удар по российскому полигону к юго-западу от Можниковки, в результате чего были убиты 116 российских военных. Давид, видели ли вы это видео и как бы вы в целом оценили такую атаку? Я видел это видео. Из того, что я видел, скажем так, там зафиксировано до 116 человек, которые находились в момент удара, находились в этом месте. Того, что 116 погибло, на видео, насколько я понимаю, нет. То есть вот та фотография, зафиксированная с видео, этот видеокадр зафиксированный, и далее люди посчитали, сколько их там было, это не, насколько я понимаю, все потери. И вот это, кстати, очень интересный вопрос. В этом месте в самом деле подверглись удару 116 человек, скопление. Далее там в кадрах видно, что кто-то остался жив и движение. Еще две ракеты поразили какие-то места, где непонятно, были там поражены какие-то цели или нет. Может быть, да, может и нет. И вот это хороший пример того, а целесообразно ли было применять эту ракету, три ракеты «Атакамс», по такого рода цели, как, скажем так, одна-две роты противника, которые находятся на учениях. У меня вот ракеты дороги, их мало. И у меня на этот счет, вот честно я вам скажу, нет однозначного ответа, было ли это целесообразно. Чтобы и знать этот ответ, скажем, тут есть доводы за и против. И знать точно, сколько их находилось, потому что по видео мы все-таки не все понимаем. Когда принимали решение, вот эти 116, это было только всех, кто там есть, а две остальные цели, были ли они важны, что там было, был ли это, может быть, промах, или там все-таки тоже что-то находилось, вот тут бы знать точно все обстоятельства, когда принимали решение нанести удар. Но если у тебя ракет всего несколько десятков, и ты можешь применять, скажем, там в ближайший месяц десяток другой ракет, то, возможно, удар по такой цели, как рота, две противника, которые скопились на местности, он может быть и нецелесообразным тоже. Ни в коем случае я не говорю, что это так было. Я говорю, что это случай как раз пограничный, и здесь было бы интересно знать дополнительные детали, обстоятельства, чтобы сделать окончательный вывод. Ракеты все же штучный товар, и когда этой ракетой можно уничтожить альтернативно, скажем, дивизион С-400,
то иногда, возможно, стоит пощадить, что называется, роту противника, но зато приберечь ее для других обстоятельств. Это сложные решения, это экономика войны, однако решения на войне принимаются иногда очень быстро и иногда не до того, чтобы думать о том, что произойдет через 2 недели и где появится новая возможность уничтожить С-400. А я вот думаю, возможно, или может быть так, что нам этих ракет передали в достаточном количестве, да, что мы можем их использовать не только по аэродромам, а и по полигонам. Ну и тоже по поводу дальности. Это получается, что нам передают атакамсы разной дальности, не только на 300 километров? Ну, насколько я понимаю, достаточного количества не бывает никогда. Всегда желательно больше. И абсолютно понятно, что ракет не передали 600, 800 или 400. Говорили о том, что ракет передали в том мартовском транше до 100. И это выглядит очень немало. И если я предполагаю, что их передадут в будущем еще 100-другую, это примерно, я имею в виду, в будущем ближайшие много месяцев, да, то это примерно реалистическое количество, причем такого оптимистичного расклада. Значит, удар был нанесен как раз относительно близко от линии фронта. И я не исключаю, что это были и другие ракеты, которые с более старого варианта, 160 километров, кассетные боеголовками, самые старые, первые, которые были Украине уже переданы еще в прошлом году. Но это несколько кассетные боеголовки, это понятно, что были приведены в том видео, о котором мы говорим, это однозначно. А вот какой дальности, это другой вопрос. Украина получала однозначно 160-километровые ракеты, которых, в принципе, осталось мало. Я вообще был несколько удивлен, когда выяснилось, что они еще есть в каком-то количестве у американцев. Их всего-то несколько сот оставалось, потому что их переделывают в более дальнобойные. Ну а далее, и вот то, что важно, Украина начала получать ракеты дальнобойные, и надо понимать, и кассетные дальнобойные, и унитарные. Но достаточно хороших вещей достаточно никогда не бывает. Я так понимаю, что Россия, наверное, усилила и свою агентурную сеть в странах Запада, потому что сообщили сегодня о пожаре в Берлине, якобы горит цех металлоперерабатывающего предприятия, но кто-то писал, что, возможно, даже и завод по производству систем ПВО «Айрис-Ти», которые передают Украине. Накануне мы тоже слышали информацию, что дом главы «Райнметал» подожгли экстремисты из-за помощи Украине, ну а до этого над немецкими полигонами летали российские дроны. Как вы думаете, это все-таки Россия пытается устраивать подобные диверсии и сделать так, чтобы Украине перестали давать помощь? Скажем так, абсолютно диверсии, конкретно диверсии в тылах противника или потенциального противника, на его важных объектах с целью воспрепятствовать поставкам оружия и поступлению оружия Украине, это абсолютно вписывается в стратегию действий российских спецслужб. Более того, это вписывается в действие, это всегда было в доктрине советских спецслужб, еще испокон веков. Таким образом, они влияют на ситуацию на фронте, если удается хоть где-то, хоть как-то помешать. Совсем недавно мы все слышали, кто интересуется вопросом, о результатах расследования чешских спецслужб касательно событий 2014 года, то есть диверсии, совершенных в Чехии на складах боеприпасов, попытку отравления болгарина, который продавал оружие россиянам еще тогда, вот в те времена, продавал оружие Украине, боеприпасы, и сирийским, через него шли вроде бы и сирийским повстанцам боеприпасы и вооружение. Так что тактика и стратегия российских спецслужб именно такова. А вот дальше нужно изучать каждый эпизод в отдельности. Во-первых, что сгорело, что было взорвано. В самом деле, имело ли это какое-то отношение к военке, в буквальном смысле конкретно к тому, что поставляется Украине. И было ли это вообще диверсией, или это было каким-то происшествием. И если да, ответ да, то это не должно удивлять. Ну а что касается воздействия психологического на тех или иных лиц, разного рода акций, в том числе медийных, против поддержки Украины, против тех, кто играет важную роль во всем, что касается поставок оружия Украине или принятия решений, это тоже неудивительно. Это часть российской стратегии, призванной на ослабление Украины и помощи ей. И мы, несомненно, еще увидим такого рода ходы, будь то диверсионного характера, будь то медийного и психологического воздействия.
Глава МИД Британии Кэмерон обсуждал в Киеве соглашение о партнерстве на 100 лет, сообщает об этом британское посольство. И говорят, что новая сделка должна построить прочные связи между нашими двумя странами во многих сферах, там от торговли, безопасности, обороны до науки, технологии, образования, культуры и много всего прочего. Вот как вы думаете, какой вообще эффект от такого соглашения можно ожидать? Ну, когда я слышу про 100 лет, это не может не вызывать улыбку. Однако, когда говоря, высказываются подобным образом, важно понимать, что имеют в виду. Имеют в виду некий запас прочности и стабильность отношений, и в том числе сигнал. Сигнал этот адресован и украинскому обществу, и британскому обществу, и другим всем тем, кто пристально наблюдает за ситуацией, и не в последнюю очередь России. То, что Великобритания славилась всегда, ну, насколько это можно, тем, что у нее были долгосрочные интересы в Британской империи, что она старалась их реализовывать на протяжении очень долгих периодов времени. Когда Великобритания демонстрирует приверженность безопасности Украины и приверженность, поддержанию тесных украшений с Украиной и в долгосрочной, и в среднесрочной перспективе, это очень важно. Это очень важно для самих украинцев, это сигнал России. Но при этом важно все же понимать, что 100 лет — это слишком далеко, иногда даже на год, два, три вперед заглядывать мало. Политическая ситуация меняться может в любой стране, во многих странах. Например, и мы можем это видеть на примере Словакии, скажем, приход к власти нового политика может привести к изменению подходов. Это неприятно звучит, однако к такого рода ситуациям нужно быть готовым. Поэтому, с одной стороны, долгосрочные отношения крайне важны, такого рода соглашения. С другой стороны, важно понимать, что ситуация может измениться даже в отношениях с союзниками. И поэтому, среди прочего, необходимо принимать, но это банальность, максимум усилий, насколько это возможно, чтобы меньше от кого-то зависеть. К сожалению, это сегодня невозможно. Это невозможно в условиях Украины, невозможно в условиях Израиля. Но стремиться к этому надо. И можно только приветствовать подход партнеров, которые готовы дать обязательства по поводу долгосрочной помощи и долгосрочного сотрудничества. Давид, огромное спасибо вам за интересный разговор и за то, что вы нашли время для эфира. Я желаю вам хорошего дня. И напомню, что Давид Шарп, израильский военный обозреватель, был с нами на связи. Вы, друзья, не забывайте поддержать наш разговор своими лайками, пишите комментарии, ну и, конечно, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, желаю хороших новостей и берегите себя. До встречи. Спасибо, Анастасия. Взаимно присоединяюсь к пожеланию хороших новостей. Это никому из нас не повредит.